Всем доброго времени суток. Получил сегодня посылочку с Алиэкспресса. Пришли мне удочки для танага. Ну, одна для танага, одна немножко так ближе к хирабуне. И хочу немножко показать, что же это такое и зачем я их, собственно, брал. Не стал я делать анбоксинг. В принципе, ничего там такого в разрезании пакетов интересного нету. Хочу сказать, что упаковано было все вот такую интересную штуку. Да, и даже поплавочки, которые были просто так же туда вложены, не пострадали. Значит, что я там заказывал? Я заказывал две удочки, одну под танага, другую под бабышечки, 2,7 метра, потому что 3,6 вроде как-то длинновато и видно иногда плоховато. А вот 2,7 что-то мне так кажется будет самое то, что надо. Но это мы летом посмотрим. Значит, удочки эти пришли вот в таких вот чехлах. Каждой удочке была дополнительно вложена вот такая вершинка. Кстати, вот эту вот вершинку из трех колен состоящую можно уже приспособить для удочки. У меня одна такая есть, 1,10 м, весом, по-моему, 7 грамм сама удочка. Летом ловил на нее карасей, очень даже интересно и очень даже здорово. Несмотря на то, что удочки вроде как разная, одна 1,80 м, другая 2,70 м. Вершинки с ними пришли абсолютно одинаковые. То есть и по длине, и по диаметрам, и тому подобное. Значит так, начнем. Удочка 2,7 метра. Я ссылки оставлю там внизу. Значит, вот такого красивого бело-красного цвета. Ну, что о ней сказать? Удочка немножко, скажем так, жестковата. Ну, можно сказать, такой фаст. 2,7 взял для того, чтобы ходить, значит, по интересным мелким нашим речушкам ловить карася. Ну и для того выбирал специально в маленьком росте таком. Я понимаю, что чем длиннее удочка в сложенном виде, тем это лучше. Но брал специально для того, чтобы таскать их вместе со спиннингом. То есть в сумку спиннинговую положил и пока ходил туда-сюда. Рыба, если вдруг не клюет, можно сесть отдохнуть и половить на танага. Все весовые категории и тому подобное, это можете на сайте продавца посмотреть. Эта удочка пришла вот в таком желтеньком, красивеньком чехольчике, очень матерчатом. Они любят такие чехлы. А удочка, которая 1,8, она пришла в достаточно таком чехольчике интересном. Ну, богато смотрится. То есть то же самое. С ней дополнительная вершинка сменная. Удочка то же самое. Строй такой ближе к фасту. Достаточно удобно так легла в руку. Думаю, будет мелких карасиков ловить. Самое то. Удобная такая интересная удочка. Достаточно легкая. Производитель заявляет, что она весит 25 грамм. Ну, что-то мне как-то не верится. Не стал проверять, не стал весы с собой брать. Достаточно тоненькая, достаточно элегантненькая, достаточно интересная. Посмотрим, как она покажет себя в работе. В принципе, даже если вдруг там что-то сломается, запасная вершинка есть. Это уже проще. Ну а третью удочку эту брал я в конце лета. Ну и пока пробегал за всевозможными щуками с кастингом и тому подобное. Это вот по сравнению с предыдущими двумя смотрится, так скажем, более элегантно. Она чуть-чуть покороче и она чуть-чуть потоньше. Как я сказал, смотрится и в руках чувствуется так поизящней, поэлегантней. Ну, тоже достаточно такая интересная штука. Строй тоже такой ближе к фасту. Ну, в принципе, для мелкой рыбки, думаю, нормально пойдет.
летом посмотрим, что, где, зачем и почему. Так что можно сказать, что к сезону Танага и Хирабуну я практически готов. У меня есть там еще одна удочка. Брал 5,4, соломинка называется. Китайская, тоже с запасным коленом. Ну, что-то ее неохота было сегодня тащить с собой. Потом летом как-нибудь покажу. И к каждой удочке у нас продавец положил вот по такому поплавочку. Поплавку, в принципе, у меня уже всяких разных навалом, но, как говорится, лишним не будет. Можно даже приспособить на вот эту удочку 2,7, которую можно попробовать половить хирабуной. И посмотрел я на эти удочки и решил, что для удобства транспортировки можно сделать очень просто. Все их сложить в один чехольчик. Все они туда отлично помещаются. В спиннинговую сумку тоже отлично поместятся. И можно будет спокойно брать с собой какие-то спиннинговые вылазки для того, чтобы когда немножко отдыхаешь, можно было спокойно половить, попробовать рыбку. В крайнем случае, может, даже это спасет от ноля. В результате у нас получается вот такой интересный чехольчик. И получается, что здесь у нас практически 5 удочек лежит. Длиной 43 сантиметра. Ну и весом, не знаю, здесь ну, грамм уж 70. Также все это можно положить в какой-то свой походный рюкзачок. С ребятишками в походы ходим. В принципе, места много не занимает. А для самой рыбалки Танага нам, в принципе, может понадобиться всего. Я понимаю, что в походе и иголка тянет. Но для того, чтобы порыбачить, нам, в принципе, понадобится вот такая удочка. Вот такое мотовильце с готовой оснасткой. Я себе уже здесь с палочек для суши наделал. Осталось их все оснастить. И какая-то насадочка. Вот, в принципе, все, что может потребоваться для рыбалки. В любое время, в любом месте, на любой речке. Насадки не обязательно такие. Эти я еще не пробовал. В этот сезон ловил вот на эти. Видео у меня есть. Хорошо себя зарекомендовали. Достаточно интересная штука. Буду пробовать вот эти. Вот японских снастей. Это фирмы Маракю. Ну, хотя, в принципе, можно взять любое пылящее тесто. Это вот от старого призрака. Мускус 918. Тоже хорошо себя летом зарекомендовал. И все. И получать на каком-то там отдыхе, на каком-то биваке, либо при какой-то другой рыбалке дополнительное удовольствие от поимки, хотя маленькой, но очень интересной рыбы. Вот такой получился кратенький обзорчик. Как все это дело покажет себя лето, будем смотреть. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. В следующем видео народ там просил. Наверное, покажу, как вяжутся вот такие вот оснасточки. Может быть, как делаются поплавочки и как делаются непосредственно вот эти вот мотовильцы. Это все практически сделано своими руками. Дешево и сердито. Ну, а после Нового года начинаем уже заниматься программой мормышинга, микроджига, спиннинга и тому подобное. По хирабуне, по Танага практически все закрыл. Осталась еще одна небольшая посылочка, которая скоро, возможно, придет. Ну, до Нового года точно не успеет. Заработал я тут маленько на Ютубе и решил купить себе, созрел я, решил купить себе хирабуна стул, чтобы все было по фэншую. Вот так, когда посылка придет, обзорчик сделаю, ну а летом будем тестить. Действительно они так удобны, эти стулья, действительно они так хороши. Хотя у меня есть ящик Друг 2, которым я сколько, ну, сезон практически
рыбалки отходил летом, что самое интересное, и он показался очень даже хорошо. То есть оказался настоящим другом. Ну и, наверное, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом. Я не буду тут одевать красные шапочки, бороды там и тому подобное, там кричать «Друзья!». Я просто хочу поздравить вам всего наилучшего, главное здоровья, главное семейного благополучия. А остальное, как говорится, купим. Всем пока!